Юрий Васильевич, что для вас «Спартак»? «Спартак» – это самая жизнь. «Спартак», моя семья, люди такие. Хотя «Динамо» был хороший, замечательный очень. Мне вообще в жизни повезло. Я очень со многими хорошими людьми был знаком. У одних тренировался, у других играл. В общем, мне повезло в жизни. Самое главное, в жизни мне удалось поиграть на всех уровнях. Начиная вот здесь чемпионат Советского Союза, кубок, Олимпийские игры, чемпионат Европы, чемпионат мира 82 года. И сколько я лет был в «Спартаке»? 9 лет. Все Еврокубки, УЕФА, все года.